Здравствуйте, коллеги! Меня зовут Сергей. В этом уроке я расскажу о тестомесах торговой марки «Хураган». Ручное замешивание теста – достаточно длительный и трудоемкий процесс. Первая тестомесильная машина появилась в середине 19 века. В то время подобное оборудование было доступно только крупным предприятиям, зато в наше время доступно всем. Тестомес не только автоматизирует и ускоряет процесс замешивания теста, но и повышает его качество. Тестомес состоит из дежи, крюка и приводного механизма, который скрыт под корпусом. Есть несколько видов тестомесов. Спиральный, горизонтальный и планетарный. Все тестомесы бренда «Хураган» спиральные. Спиральные тестомесы «Хураган» подходят для замешивания дрожжевого, слоеного, пресного или сдобного теста. Принцип работы спирального тестомеса прост. Дежа вращается по кругу, крюк вращается вокруг своей оси. Благодаря этому тесто насыщается кислородом. Спиральный тестомес пригодится в заведениях, где необходимо приготовить формовой или подовый хлеб. Это модель тестомеса с фиксированной дежой. На это указывает буква S в названии модели. А модель с буквой C в маркировке – модели со съемной дежой. Цифра в названии соответствует объему дежи. У представленных двух моделей тестомесов две скорости вращения дежи и насадки, поэтому в их названии есть маркировка 2V. Например, HKN40CN2V – это тестомес с дежой объемом 40 литров. Дежа и насадка имеют две фиксированные скорости. Корпус тестомеса изготовлен из окрашенного металла, дежа и защитная решетка из нержавеющей стали. Все модели тестомесов имеют защитный экран для безопасной работы. В этом уроке я рассказал вам о тестомесах торговой марки «Хураган». Если у вас остались какие-либо вопросы, пишите их в комментариях. Меня зовут Сергей, пользуйтесь техникой правильно!